Так, иду я с Почты России, вон синий козырек. Прилетел мне телефон и чехол на него. Все пришло в один день. Видимо, одним самолетом летело. Запечатано все нормально. Следов вскрытия нет. Поэтому будем скоро вскрывать. Я всех приветствую, дорогие друзья. Заказал себе две новые посылочки с Алиэкспресса. Значит, первая такая небольшая. Это у нас чехол для моего телефона нового. Ну и, естественно, мой новый телефон. Это у нас Xiaomi Mi 9T с выдвигающейся камерой. Здесь у нас написано 18 баксов. Посылка вся запечатанная, целая, нигде не вскрывалась. Вес соответствует весу, который заявил продавец при отсылании посылки. По деньгам все вместе с таможней вышло где-то 18, ну там, может, с половиной тысяч рублей. Здесь такой телефон у нас в России стоит 22 тысячи, ну это по акции, так было около 25. Давайте вскроем, посмотрим, что у нас здесь внутри. Вот так все запечатано, аккуратненько. Даже видите, тут пломба. И давайте уберем наш вот этот скотч. Так, давайте смотреть. Я заказывал комплектацию со стеклом, ну, защитным. Вот его здесь нам положили. Так, значит, идет такой вот силиконовый чехол. Раз. Стекло. Давайте сразу посмотрим. Вот такое вот. И вот такой телефон. Все запечатанное. Mi 9T. Глобальная версия на 6 гигов и 128 внутренней памяти. Так, давайте сразу вскроем, посмотрим наш чехол. Отдельно на него заказывал. Вот такой еще чехол. Приехало, кстати, все за 7 дней. Обе посылки. Или 8. Ну, заказал, несколько дней была отправка с Китая. И за 7 или 8 дней уже все приехало. Вот такой чехол. Тут у нас такое кольцо крутящееся. Ну, удобно. Тоже цена, по-моему, там 200 рублей. Ну и давайте вскроем сам наш телефон, посмотрим. Так, с какой бы тут стороны его ковырнуть. Давненько хотел себе вот именно этот телефон. Кстати, вот сейчас снимаю я на тоже Xiaomi Note 3. Тоже 6 гигов, 128 памяти. Только там Snapdragon 660, а тут 730. Итак, давайте смотреть, что у нас в коробочке. В коробочке у нас тоже идет чехол. Вот такой. Классная. Кстати, на ощупь так не оставляет практически следов. Ну, вот такой вот тоже чехольчик. Итого у нас их уже теперь будет 3. Так, заказывал я вот такой аппарат в синем цвете. Красиво так очень переливается. Наверное, жена обзавидуется. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что еще в комплекте. Так, и у нас идет зарядка и кабель USB зарядки. Так, что у нас тут написано, что-нибудь? Не знаю, фокус будет. Да, фокус есть. Значит, 5 вольт, 3 ампера, 9 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 1,5 ампера. По-моему, они говорили, то, что в комплекте идет какая-то 18-ваттная зарядка. Так, и что тут у нас еще? В принципе, я тут больше ничего не вижу. Так, а где наша ковырялка для лотка сим-карты? Вот я ее единственное не нашел. А, все, вот она в этой упаковке вставлена. Значит, вот такая комплектация. Ну и давайте посмотрим наш самый главный вещь, этот телефон.
Вот так выглядит. Кнопочка красненькая, сам синенький, тройная камера, вспышка. Снизу у нас динамик, зарядка, микрофон. Это, скорее всего, лоток, да, лоток под сим-карту. Сверху у нас камера выдвижная, джек для наушников, USB тоже, тут какой-то микрофон. Ну, вот такая камера. Вот здесь наклейка, мы ее, естественно, сейчас удалим. Куда-нибудь на пленочку приклеим. Ну и давайте включим, если он, конечно, включится. Так, вот, пошла загрузочка. Так, отвлек меня звонок, идет вот загрузка. И, по-моему, загрузилась. Нажимаем стрелочку, выбираем русский. Да. Так, выберите ваш регион. Ну, вот эту настройку я показывать не буду, потому что, ну, тут моя личная информация. Сейчас я это все тут зарегистрирую и покажу вам, что дальше. Проверка идет на обновление. Я забил все там наши страну, пароль от Wi-Fi, и теперь он у меня уже подключен, в принципе, к интернету через Wi-Fi. Так, ну тут у нас восстановление данные. Так, скопировать на устройство Android, скопировать из облака хранилища, скопировать с iPhone. Нет, мы не будем копировать с iPhone. Мы будем копировать с устройства хранилище Google. Так, ладно, я вот это тоже, наверное, пропущу. Вот так выглядит телефон. Прикольно переливается, красивый такой. Итак, господа, я перекачал с моего вот этого телефона сюда все контакты, ну, все свои там приложения. Выбрал вот такой рабочий стол. Ну, в принципе, там еще классический был. Я поставил пока такой, симку пока не устанавливал. Ну и давайте посмотрим камеру. Вот камера меня вот это вот интересовала. Здорово, народ. И вот так она вот заезжает. Выезжает. Ну, звук, естественно, я отключу. Тут вот переключаемся. Фото. Раз. И два. Ну, в общем, вот такой аппарат прикольный. Я, конечно, буду его изучать. Это видео было просто такое, как знакомство. Надо протереть будет его и приклеить на него стекло. И, как мы видим, вот здесь вот у нас появляется как бы сканер отпечатка пальцев. Получается, давайте посмотрим, насколько быстро оно срабатывает. Ну, в принципе, срабатывает довольно-таки быстро. Ну, вот, как мы видим, конечно, пачкается вот это вот все тоже очень сильно. И давайте родной оденем, который с завода. Вот такой вот. Но с ним не видно всю вот эту нашу синюю красоту. И, наверное, его мы одевать не будем. Также в комплекте обычный прозрачный. Давайте посмотрим. Ну, конечно, можно было его и такой не заказывать, но давайте просто прикинем. Не, ну в нем вообще он ужасно смотрится, как в каком-то презервативе. Вот так вот это выглядит. Наверное, нет. Это вот мы сразу куда-нибудь на помойку. Так, немножко протер его. Ну, вот так красиво оно переливается. И вот этот чехол мне нравится пока больше всего. Он такой, в нем получается уверенный. И тут резина такая прям толстенькая. Я думаю, нормально будет себя он чувствовать в такой вот упаковке. Так, ну и давайте зайдем, посмотрим YouTube хотя бы, как что у нас тут. Зашел на YouTube, давайте что-нибудь, какой-нибудь трейлер, что ли, включу. «Плохие парни 3». Ну вот, трейлер.
сорян. Серьезно, чувак? Заполируешь потом. Нет уж, сам будешь полировать. Запомни, стучим и не кричим. Ага, тук-тук. Полиция Майами, лежать! Твою мать, ты слышал, что я сказал? Руки за голову, сейчас же. Майк, я разберусь, ему сейчас пряник нужен, а не кнут. Чего? Смотри и учись. Сэр, я понимаю, вы напуганы и на... Но опять же, как вы видите, разрешение экрана у данного телефона уже больше, чем стандартное Full HD. Я не помню, тут, по-моему, 2000 с чем-то разрешение. И вот оно вот такое вот, не на весь экран получается. Давайте найдем. Видео 4К. Так, вот у нас видеоролик в 4К формате. Давайте проверим разрешение. Ну, 10, 8, 60 кадров. Не совсем то, что я хотел. Так, вот 4К. Ну, почему-то вот 1080 оно выбирает. Ну, в общем, что хочу сказать. Неплохое качество, неплохой звук. Правда, один динамик, звук идет отсюда. В общем, вот такой телефон. Вечерком накачу на него все свои игрухи, там, ну, все такое. И уже, наверное, на днях выпущу обзор, как он снимает фотографии, видео. Посмотрим по играм, что он может. Ну, я думаю, с таким телефоном проблем не будет с играми. В общем, вот такой вот новый у меня аппарат. Старый или жене, или матери. Не знаю, если она захочет, именно этот заберет. А ее, который вот я недавно ремонтировал, отдам матери. Ну, в общем, вот такая вот красота. Вот такой чехол. Мне, кстати, нравится. Ну, и осталось наклеить пленку. Это я уже буду делать чуть позже. В общем, вот такой новый аппарат. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Как всегда, до новых видео и до новых встреч. Всем пока!